Я приветствую вас в видеокурсе, который называется «Копирайтинг своими руками за 24 часа». И это третий урок, который посвящен самому простому копирайтингу. Бывают случаи, когда писать длинные продающие рекламные текста, ну, на самом деле это не нужно или нету времени, когда вот прямо сейчас нужно что-то сделать, вот нужны деньги или нужно там продать что-то или бесплатно кому-то что-то продать в любом случае. Но нету желания писать огромные рекламные текста, так как написание своего продающего текста занимает какое-то время. И вам нужно сделать это очень быстро, там буквально за пару простых шагов. Для этого случая существует самый простой копирайтинг, когда вы используете всего лишь несколько элементов из копирайтинга, но элементы, которые в симбиозе лучше всего работают. Я назвал этот копирайтинг деревенский простой копирайтинг, то есть он максимально упрощенный. Цель данного простого копирайтинга – это максимально быстрая продажа чего-либо. Рекомендую его использовать, если вы продаете что-то в своей базе, то есть ключевой пункт, чтобы у вас была наработана своя подписная база, с которой вы уже какое-то время общаетесь, у вас есть доверительный email-маркетинг, и, в принципе, аудитория вас знает, узнает вас и лояльно к вам относится. Чтобы не было такого, что вы продаете вот при помощи такого копирайтинга каким-то, не знаю, левым базам, и то, на самом деле, если это даже использовать, это будет работать. Но в своей базе гораздо лучше продавать. Или второй случай, если вы продаете какой-то бесплатный контент. Это, кстати, фишка инфобизнеса. Когда вы что-либо делаете, бесплатный какой-то обучающий курс, видеоурок, бесплатный вебинар, бесплатный семинар какой-то. Неважно, что вы делаете. В любом случае, если есть что-то бесплатное, вы хотите поделиться каким-то контентом, любой контент, который вы делаете, вплоть до статей, его нужно правильно преподносить, его, по сути, нужно продавать. И как раз-таки вот такой деревенский простой копирайтинг, буквально, который делается за полчаса, очень поможет вам хорошо спозиционировать ваш контент. В остальных случаях лучше используйте классическую формулу копирайтинга. Она будет работать лучше, конвертировать лучше и продавать, соответственно, лучше. Но давайте перейдем к делу. Технология очень проста. Здесь я выделил всего 4 пункта, которые нужно использовать. Хотя вы можете сюда добавлять кучу других пунктов из классической формулы копирайтинга. Они только будут усиливать эффект. Но в базисе должны быть вот эти вот 4 вещи, которые помогут максимально коротко, ясно, лаконично продать то, что вы хотите продать, по сути. Первое – это ваши результаты. Это то, чего вы добились. Здесь вы можете предоставить скриншоты ваших результатов. Если вы, вот, например, да, у вас тематика бизнеса, вы там создали интернет-магазин, неважно, или просто магазин реальный офлайн. То есть покажите деньги живьем, покажите скриншоты вашего интернет-магазина, сколько вы заработали, какие у вас результаты. Если вы там продвигаете сайты, покажите, что у вас вот топовые сайты, которые вы продвинули на первых местах, сделайте скриншот, выделите красным светом. И чем больше вы здесь результатов покажете, тем лучше. То есть изначально вот формула копирайтинга, она начинается, сразу начинается, по сути, ваши результаты. То есть заголовок какой-то. То есть заголовок, он есть всегда, я просто здесь его не учитываю, но он должен быть, и сразу идут ваши результаты. После этого идет призыв к действию, то есть вы говорите, знаете, вы тоже можете так, на самом деле, у меня будет такой-то бесплатный вебинар, или у меня есть такой продукт, который вам поможет. Сразу идет призыв к действию, вы призываете человека уже действовать, говорите, что купите, зарегистрируйтесь, скачайте, оформите, то есть от того, что вы продаете, соответственно, от этого пляшете и это используете. Следующий – дедлайн. Здесь почему дедлайн очень важен? Здесь вот те вещи, которые вы делаете короткие, они должны быть… Вот вы бьете просто по основным триггерам, которые у человека больше всего вызывают какие-то эмоциональные всплески именно в плане купить, не купить. И дедлайн как раз один из них.
Поэтому вот здесь делать ограничение, говорить, что вы можете только в течение 2 дней это сделать, или вообще 20 часов, количество копий ограничено. Это предложение очень короткое, поэтому и видео, соответственно, короткое, поэтому действуйте прямо сейчас. Еще раз призыв к действию, если хотите заработать столько-то. И, соответственно, после того, как идет дедлайн, еще вы дополняете все это дело инструкцией «сделать сейчас». То есть, что нужно человеку сделать прямо сейчас, чтобы все это реализовать, чтобы это купить, оформить, подписаться. То есть, пошагово ему объясните. Заходите, нажимаете на кнопку «Купить сейчас». Там появляется форма, выбираете способ оплаты, второй пункт, третий пункт. Вводите свои данные, четвертый пункт, распечатываете счет, идете оплачиваете. Пятый, получаете ссылки на email или получаете диск наложенным платежом к себе на почту. Я вообще использовал этот пункт, сделал сейчас в своих письмах, то есть коротко вот в каждом письме прописывал то, что они люди получают, свои результаты, ставил дедлайны, как бы при релизах это особенно круто работает. Поэтому помните о таких вещах и используйте деревенский простой копирайтинг, когда вам нужно. Также вы его можете усилить при помощи кое-каких фишек, которые усиливают это все действие. Это первых, если вы снимете какое-то лайфовое, живое видео, когда вы будете сидеть у себя дома, в кровати, за телевизором, на кухне, за чашечкой чая или там, да, может на унитазе сидеть, да, снимать лайв-видео, и это будет сильно усиливать как бы ценность вашего продукта, потому что вы показываете себя живым, искренним человеком. И там можете говорить абсолютную фигню, все что угодно. Но лучше говорить по теме вашего предложения, говорите то же самое, что в принципе даете текстом. Здравствуйте, меня зовут так-то, я сегодня хочу рассказать об этом. Я вот заработал столько-то, столько-то. Я хочу вам предложить посетить мой бесплатный тренинг, который состоит с такого-то числа. Действуйте прямо сейчас, только для первых там 200 человек. А для того, чтобы вам все это зарегистрироваться, вам нужно сделать то-то, 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 то-то. То есть такое, вот буквально на пару минуток лайфовое видео, оно усилит предложение в раза 2-3, наверное. Еще также, если вам все-таки не хватает смелости или у вас комплексы снять такое лайв-видео, то есть можете сделать простое аудиообращение, где вы микрофон скажете: «Приветствую вас, дорогой друг. Я хочу сегодня вам помочь решить вашу такую-то проблему. Для этого я создал там свой вебинар или продукт, который стоит столько-то. Мои результаты такие-то, записывайтесь». Ну, все очень просто. И отзывы клиентов и их результаты. То есть, как бы, когда вы публиковали свои результаты, это круто. Но если вы еще опубликуете отзывы клиентов и их результаты, это будет работать чуточку лучше. Потому что люди еще будут говорить, а поможет ли это мне, и когда они видят результат ваших учеников, они понимают, что они тоже так смогут. Потому что вы для них все равно остаетесь в какой-то степени гуру, до которого сложно добраться, который вот такой вот гуру. А я простой человек. И чтобы вот этого диссонанса не было, собственно, мы публикуем отзывы клиентов и их результаты. То есть в идеале как бы эта формула простого деревенского копирайтинга работает лучше в плане того, что меньше информации, больше призывов к действию, больше практики, скажем так. Потому что не все читают длинные рекламные текста. И в некоторых случаях лучше использовать простые, спокойные решения. И если вы ленивый человек, то, соответственно, тоже можете использовать. Поэтому в любом случае я вам дам упражнение. Протестируйте, сделайте, попробуйте простую вот такую штуку. Особенно вот такие вот вещи хорошо работают на лендинг-пейджах, да, на ваших страницах подписок. Поэтому тестируйте, пробуйте и сравнивайте, что лучше работает у вас. Простой такой рекламный текст или большой, нормальный, толковый рекламный текст, который вы написали по формуле копирайтинг. Спасибо за внимание. С вами был Азат Валеев. Увидимся, услышимся в следующих уроках.